Бытие, глава 49. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. Симеон и Левий, братья, орудия жестокости, мечи их, в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи, сын мой, поднимается, преклонился он, лег, как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего, и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое, блестящие очи его от вина и белые зубы от молока. Завулон при береге морском будет жить, и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Иссахар — осел крепкий, лежащий между протоками вод, и увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плеча свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи! Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим, тервин фрослый, распускающий прекрасные ветви. Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною. Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от руки мощного Бога Израилева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца на твоего, который да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин — хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот
все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение, каждому свое. И заповедал он им, и сказал им: «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронил Исаак и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хиттеевых». И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему.